Модернизированная схема движения общественного транспорта должна быть доработана до конца текущего года. Соответствующее поручение губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал главе департамента транспорта Павлу Иена. Там с доставкой пассажиров в разных частях города, где-то густо, где-то пусто было. Там как бы вот эту ситуацию надо посмотреть еще раз, уже вы своим свежим взглядом посмотрите. И надо до конца года все-таки эту схему доработать и представить. По словам главы Дептранса, основная работа над схемой уже проделана. Документ может быть представлен правительству уже на этой неделе, после чего будет вынесен на слушание в муниципалитетах.